Мы сейчас на главной проходной завода Ильича. Очень много сожженной украинской техники. Грузовики. Там дальше вот военный Хаммер стоит. И вот сейчас покажу, какие здесь коммуникации. Вот одна из машин тяжелых провалилась вниз. Вот. Видно как раз вот эти самые подземные лабиринты, в которых от бомбежек прятались националисты. Просто десяток камеров. Все побросали. Сгоревшие броневики, легковушки. Здесь, походу, такой гараж был. Похоже. Вот автобус. Опять же. Раз, автобус, два, автобус, три, автобус. Все под навесом здесь было. И вот еще один. Броневик. Неизвестно, какой броневик, да? Ну, КРАЗ, я не идентифицирую. По-моему, КРАЗ.